В этом году конкурс запущен в новом формате. Волонтеры могут заявиться на одну из 12 номинаций, в числе которых помощь детям, организация комфортной городской среды, забота об экологии, помощь ветеранам и сохранение исторической памяти. Возраст участников конкурса начинается с 8 лет. Главный критерий – наличие проекта, который уже реализуется. Прием заявок на региональный этап конкурса закончится 15 августа. Лучшие работы попадут в финал.